Всем привет, с вами Информ ТВ. 18 марта отпраздновали свой 39-й день рождения актрисы и сестры-близняшки Ольга и Татьяна Арнтгольц. Именно в этот день обе девушки поделились с поклонниками радостным событием. Как выяснилось, сестры недавно стали мамами. Девушки выложили в сеть общую фотографию, где они запечатлены с заветными бирками. Оказывается, у сестер родились мальчики. Новорожденные появились на свет с разницей всего в 20 дней. Примечательно, что цифра 20 в их большой семье символична. Таня, старше Оли, ровно на 20 минут. На бирке в руках Татьяны можно рассмотреть, что ее малыш появился на свет 18 февраля этого года. Вес новорожденного составил 3 килограмма 10 грамм, а рост 51 сантиметр. Интересно, что первым радостной новостью поделился новоиспеченный отец. Им стал актер Марк Богатырев. Не скрыл папочка и имя крохи, его назвали Данилой. Об интересном положении актрисы фанаты узнали еще во время новогоднего выпуска телепроекта «Жди меня». В канун Нового года коллега Тани Александр Лазарев-младший поделился новостью с гостями в студии и телезрителями. Артистка тогда уже находилась на довольно большом сроке. О ее свадьбе с Богатыревым, которая состоялась прошлой осенью, знали только самые близкие. Молодые предпочли провести тайную скромную церемонию. При этом знакомство ребят произошло во время очередных киносъемок, а в конце 2018-го они объявили себя парой. Для 36-летнего актера это первый ребенок, но в семье уже есть дочка Мария от предыдущего брака Тани с Иваном Житковым. С ним Арнтгольц прожила 5 лет. 11-летняя Маша и после развода родителей часто навещает отца. Бывшие супруги смогли сохранить прекрасные отношения. Младшая сестра Ольга родила сына 28 января. Малыш весил 3 килограмма 370 грамм и имел рост 52 сантиметра. Мамочка решила пока не оглашать имя крохи. У нее это уже третий ребенок. Старшей дочке Ане сейчас 7 лет. Ее отцом стал Вахтанг Беридзе, первый муж актрисы. Но брак с ним рухнул в 2015 году. При этом красотка недолго находилась в одиночестве. Ее новым избранником стал режиссер Дмитрий Петрунь. Они познакомились на съемках «Офицерских жен», а в 2016-м влюбленные стали родителями новорожденному сыну Акиму. А нынешний 2021 год подарил счастливым родителям еще одного богатыря. Теперь Ольга стала многодетной мамой. Сестры-близнецы первое время держали от публики радостные факты в тайне. Возможно, это верное решение, ведь счастье любит тишину. А мы, в свою очередь, поздравляем сестричек и их семьи с долгожданным пополнением и желаем всем деткам здоровья.